Патриарх Кирилл и губернатор края Александр Карлин встретились сегодня в деловой обстановке. Глава региона поблагодарил представителя Русской Православной Церкви за визит. Александр Карлин отметил, что это событие для Алтайского края историческое. Также губернатор подчеркнул, что власти и церковь продолжают сотрудничество в экономической и социальной сферах. Взаимодействие в духовном смысле глава региона назвал важнейшим в нынешних условиях. Вам твердо обещаю, что ваши наставления пастырские, которые мы сегодня услышали, они будут последовательно притворяться в нашей работе. Спасибо. Вам большое спасибо, искреннее спасибо. Я бы хотел сердечно пожелать вам помощи Божией, всей вашей команде, ну и, конечно, всему Алтайскому краю, замечательному народу, который здесь живет. Край благодатный, край очень богатый, с хорошим климатом, в конце концов. Вот думаю, что такими краями и такими субъектами федерации и будет перерастать им духовное и материальное могущество нашего Отечества.